Another day, another practice. Let's get on with it. Полчаса игры у нас осталось. Алекс Хантер выходит на поле. Юнайтед пока переигрывает своего соперника. Алексу сейчас нужно посмелее сыграть в атаке и постараться забить. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрят. К воротам соперника устремляется Гаррет Уокер. На поле готовится выйти свежий игрок. Антони Марсиаль! И на месте голкипер. Команда уже ведет в один мяч и с этого углового может забить второй. Антонио Валенсия!
Если мы позволим с таких позиций дальше бить, то очередной гол – это дело времени. Чуть-чуть надо прицел поправить, и снова можно забивать. Посмотрим за этой атакой. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. И вот-вот на поле появится свежий игрок в замену гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Джейми Варди. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Рияд Махрез. Антони Марсиаль. Гаррет Уокер рвется в атаку. Момент для удара. Алекс Хантер отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Уокер. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Основное время истекает через 20 минут. Мяч уходит за боковую после этого паса. Антони Марсиаль. Люк Шоу. Рияд Махрез. Теперь в атаке соперник. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Это Хантер. Гол! 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 Перевес в счете вследствие перевеса в игре. Инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля, ну и следствие всего этого на табло. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы видим игру в одни ворота, футболисты явно поймали кураж. Отыграться теперь будет труднее. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок, стоит на кромке поля. Люк Шоу. Антони Марсиаль. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно... Пол команды обыграть. Хантер. Ох, какой гол! Какой гол! На удары низом голкиперам всегда труднее реагировать, так как нужно вытягиваться буквально в струну. Первый гол придал ему сил, и он забил второй. Так держать, станем ли мы свидетелями хет-трика? У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Готовится сделать замену наставник команды. На табло 3-0. Это разгром. Дэнни Дринквот. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну вот, стоило только заговорить мне, как он работает с мячом. Всех обыграл. Удар! Сейв, но атака продолжается. Рияд Махрез. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Мяч в игре, без задержек.
Поль Погба. Антони Марсиаль. Может получиться. Надо забивать! И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Керри. Валенсия. Пас на Гаррета Уокера. Мяч будет введен из аута. Джейми Варди. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. И наверх. Фил Джонс. Люк Шоу. Это может быть опасная атака. Нужно бить поворотом. Вратарь что творит, а? Команда готовится подать угловой. Антонио Валенсия спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Возвращает он мяч своей команде после собственной же ошибки. Ну вот и все, матч завершился, и выиграл сегодня Манчестер Юнайтед. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле пропало. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились. На поле готовится выйти свежий игрок. Антони Марсиаль! И на месте голкипер. All right, leave it open. Hey. You all right, mate? Whoa, yo, Gas. Something wrong with your phone, man. I've been texting you. Yeah, been busy, mate. No, it is. All right, son. Have a seat, lad. Hunter, look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? But I thought I was doing well for the team. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from 3 championship clubs. You'll get games. A great opportunity for you to get some experience.
Listen, we all think you've got great potential here, but you need to be playing week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Alex. Go make a name for yourself, lad. Might be hungry. Thanks. These old suitcases still holding up, eh? Moved in with these. What was I, 3 or 4? Dad never built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Granddad. Well, yeah, they're letting you go on loan. David Beckham went out of Preston. It was the making of him. Come on, eat up, lad. Still driving you around in that heap of junk. Danny Williams. So you haven't changed much. Oh, come on, just joshing you, mate. Old time's sake. Hey, welcome to football heaven. Hey, I know it is not the Premier League, but still proper professional football, right? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. My game has changed for the better since I came here. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? What? Dino? Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Mr. Agostino. Dino, please. Mr. Williams taking good care of you? Yeah, we're old friends, me and him. Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. The chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good, especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems, no? I feel like I'm ready to set this league alight, Dino. Good, listen, we got a tough draw in the League Cup to the leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here, Alex. There's lots of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. Okay. If you don't play good 1 week, you must train hard the week after to earn your place back. Capisce?
Okay, good. Good, lovely. Look, I must go. Alex, we got to a place while you are here. It is small but comfortable. I must go now. I have a meeting with the boss, okay? I look forward to training tomorrow. come on. I'll show you around.